Так, мы продолжаем. Такая получилась серия прошлая по 15 минут, просто потому что вылетела игра. Ну да. К моему великому сожалению. Мы продолжаем. В прошлой серии мы прибыли в Боулер Сити. Каких-то особых там пострелюх не было. Только опять же на меня напал Легион. Я опять же читерским образом их уничтожил. Ребятки, давайте не будем. Давайте поговорим просто. Просто поговорим. Ребят, я мирный. Hope the NCR doesn't send reinforcements from the dam. Man, I'm sick of this place. Can't wait to get back to Red Rock. Red Rock? А где у вас тут этот начальник? Начальника мне. Наверное, здесь. What the hell? You're that courier Benny wasted back in Good Springs. Здорово. You're supposed to be dead. Чё? Я привидение. Черт, я не знаю. Не совсем. Но когда я тебя убью, работа будет закончена. You think you can take me, punk? I've got... А ты думаешь, нет, да? You like that? Это во-первых. Во-вторых, я тебя просто заспамил пулями из 9-миллиметрового пистолета. Как ты, не буду обзываться, живешь, но... Черт тебя дери, все-таки. Так, давайте-ка поднимать оружие. До 55 даже. И поднимать... О, нет. Красноречие надо до 50 поднять срочно. Вот как-то так. Вот. Черт, я не знаю, как я найду Бенни. Бандана. Крышечки, выкидной нож. Зажигалка. Психо-стимулятор. Добавлена заметка. Расследование. Здание завершено. Следующий уровень. Вау. Вот это я быстро поднимаю левела. А, так, тогда давайте-ка качнем действительно оружие до 55. И что еще? Взлом до 45. И красноречие, да? Или медицину до 30. Давайте медицину до 30. Выживание определяет, сколько очков здоровья вы восстанавливаете, употребляя пищу и напитки. Да, такое себе. Ну и, пожалуй, эти два очка я кину в ремонт. Как-то так. Так, что тут у нас есть еще? Вот такое себе. Кровавый обой. Тоже такое себе. И мне в любом случае надо поднимать быстрая перезарядка. На 25% быстрее. Интересная штука, но мне надо поднять силу. До 5. До 5, потому что я что-то пересмотрел свое мнение по этому поводу. И придется таки качать силу. Потому что хочется использовать тяжелое оружие, тяжелые винтовки я имею.
так. Как-то что-то я протыкал этот момент, что у нее пистолет-пулемет. У меня ведь тоже есть пистолет-пулемет. До свидания. До свидания. Великие ханы изгой. Да в рот я вас долбал. Так, ушел. Теперь оружие обратно меняем на что-то, что не знаю. Так, на что бы поменять мое оружие, реально? Такое. Это не сработает. Машинган поломанный. Это охотничью винтовку можно взять, в принципе. А, все? Говорить. Man, I thought I was dead for sure. Их обоих. Вы свободны, ребят. Так. Вот пистолет, пулемет, крышечки. Осколочную гранату заберу. Тоже пистолет, пулемет. Это все на починку пойдет. Хорошо, что они гранаты, идиоты, не стали кидать. Давайте продолжим. Так, стоит починить мой. Какой из них мой? Ну, вот этот будет моим, пожалуй. Так, потом. Так, ну до фула уже, пожалуй, починю. Чтобы было. И все. Почти 7 уровень. Тем не менее. Ну, размотал я их лихо. Ой, так это с этой винтовкой ходит у нас снайпер. Который. Hello. This rubble is slippery. Watch your step. Хорошо. Ничего особо он мне не скажет, я так думаю. Так, давайте-ка поговорим с лейтенантом. Hey. When I heard the shots, I figured your negotiations went bad. What the hell happened? Ну как тебе сказать? У меня не было выбора, нет. Такие вот у меня переговоры. You were supposed to negotiate for the safety of my troopers, damn it. We'll take it from here and sort things out. Thanks for trying to help us out. То есть, попытку. Товарищи, они живы. Все. До единого, ни царапинки. Ладно, хер с тобой. Даже такие неблагодарные суки. Ладно. Неважно, звонок. Разберитесь с Бенни. Это да. Бигл. Заточенный, поговорите с ним и защите город. Это в каком городе? Я что-то не понимаю. Инфо. Давайте его. Докторским саквояжем херани. В любом случае у меня он лишний есть. Карта мира. Это в каком городе? А, аж в Приме. Давайте сходим в Прим, посмотрим, что там у него за квесты есть. В любом случае сейчас идти на Дэнни, это как-то. Или Бенни, Бенни, он не Бенни. Идти на Бенни, это как-то. Не очень.
Хотя в Нью-Вегас хочется попасть. Уже побыстрее там вести дела с этими, не помню, как там их банда местная называется. Ванграфы, по-моему, как-то так их звали. Well, that was quite an breaking my problem is there's still no law in Prim. Хорошо, о чем ты говоришь? Ты ведь теперь шериф. Oh no, I'm just a deputy, and I can't be a deputy without a sheriff. Каковы требования к шерифу? It should be someone brave like you, but more of a homebody. Someone who'll settle down and watch over us. I heard the Powder Gangers talking about someone in the prison named Myers who has some experience as a sheriff. He may be a good choice. Also, with the NCR so close by, you may be able to get them to take over the town. Not sure why they haven't helped out already. Вот, хорошо. Я помогу вернуть закон. You will? Порядок. That's just... The sheriff that was incarcerated up at NCR... You all... Так, подожди, куда показывают мне указатели? Карта местности. Во-первых, либо сюда, либо... Исправительное убежище. Твою мать. Там подрывники живут, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Good Springs, твою мать. Давайте-ка я, пожалуй, поболтаю с кем-то, кто здесь, кто на месте. Потому что, ну я в жопу туда к подрывникам идти, они какие-то опасные. Пойду вон лучше с НКР побазарю, тем более эти ребята вроде как крутые, и ихняя помощь мне не повредит. Может, они даже захотят экспедишн отправить. Да ты ёб твою мать, ты что ж ты, блять, урод-то такой будешь делать? Я вечно не вижу этих мин. Ладно, по крайней мере, меня не сильно ведь долбануло. Или сильно. Скуди, опять же, блин. Ладно, черт с ним. Черт бы с ним, с этим саквояжем. Вы дебилы, понимаете? Какие вы дебилы. Хотя, с другой стороны, это правильный ход. Так, ты... I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. What's your business? Ничего себе ты представляешься. Прим крайне нуждается во власти закона. We know Prim is a great strategic point, and we aren't blind to the needs of the town, but we're barely holding our own against the Powder Gangers. We don't have the guns or the personnel needed to carry out our mission, much less take on defending this town as well. Что вам нужно, чтобы взять город под защиту? What we need more than anything is bodies. If we had just one more squad, we could easily install a sheriff and still handle our primary objective of protecting the interstate south of here. If you'd like to see the NCR include protection of Prim and its duties, then you'll have to get some more troops up here. Knight at Mojave Outpost may be able to help. Пост Махави, да. Знает место. А, блин. На защите при. Have you gotten us any? А. Рад. Ну блин, хорошо. Карта мира. Аванпост Мхави. Дат Ниптона. Можно двинуться. Ну, что ж, уже, наверное, в следующей серии двинемся к Нью-Вегасу. В этой серии займемся такими вот побочными, можно сказать, квестами. Япона мать. Давайте не будем, а? Просто не будем. Так, в какую сторону мне?
ты ведь... Кто ты такой? Yes! Ты нормально себя чувствуешь? Are you kidding me? Powder gang, but not... До скорого. Bye. Тут опять какая-то стрельба. И все, только ты. Да и ну и нафиг вас. В принципе, мне туда и... Остальное меня не колышет. Did you see that? That crazy bitch just attacked me out of nowhere. Mm-hmm. Не знаешь почему? No, none at all. We've been traveling together since I picked her up a few days ago, and she's been friendly this whole time. We'd actually been flirting a little when she suddenly pulled a gun out and began yelling at me to hand my caps over. Now that I think of it, though, she laughed when I threw her my money. I think what she really wanted was my Lucky Charm necklace. Blue talisman? Yeah, every once in a while you can find a cap with a blue star on it. They're pretty rare. And once I had... Синие звезды, говоришь? За такими крышками охотятся всякие негодяи. Безопаснее от них избавиться. Really? I had no idea. Вообще-то да. And here I've been carrying them all this time, never knowing how dangerous they were. What do you think I should do with them? Bury them or something? Я могу забрать их у тебя. They're all yours. I sincerely hope they work better for you than they did for me. Санса цепарила. Я так и думал. Так. Да. Крышки с синей звездой Санса цепарила. Джессика. Вот дурная баба. Банда шакалов. Бутылочная крышечка. Кожанка. Давайте кожанку возьмем. Очищенная вода. И все, пожалуй. Оу. Да уж, чесать мне далековато. Но тем не менее. Я обзавелся крышками. И это хорошо. Крышки с синей звездой. Не помню, какая-то там история с ними была связана. Еще товарищи какие-то, давайте сохранимся. Ей полная мать, да, конечно. Ты че, дурень, что ли? Воу-воу-воу. Член банды шакала. Вы неплохи, ребята. Но вы у меня жизни много сняли, это меня печалит. Надо бы патрончиков этих закупить. Так, бутылочная крышечка. Винтовка ковбой. Кожаная броня. Патроны к магнуму. Все мне подходит, все мне нравится. Так. Вот ты, товарищ. Гильзы, грязная вода. Психа. Хорошо, и тут еще одна, да. Вот ты. Металл броня. Воу. Гранатомет. Знаешь, что я возьму? Давайте посмотрим по пистолету, пулемету. Все нормально.
Винтовка ковбоя. Так, да, давайте ремонтируем. Ну, получше уже, по крайней мере, да? 10 патронов есть. Миниган. И охотничья винтовка. Вот на охотничью винтовку она мне, честно говоря, очень понравилась. Не знаю почему, но она хороша, действительно. Что тут такое? Ладно, не важно, я не хочу знать. Я просто иду по дороге и все. Подождите, это ведь не мина, верно? Нет, это просто какой-то фонарь на дороге. А я что-то боялся, как бы это не мины были. Ой-ой-ой. Это либо скорпионы, либо муравьи. Ни то, ни то меня не радует. Давайте-ка пистолет возьму. Их тут много. Нормально, пострелял. Так, патронов бы еще закупить. Так, ну тут берем все. Муравьиное мясо. В любом случае его можно будет продать. Так. И блин, мне совсем недолго осталось. Ты мертв? Пожалуйста, скажи, что ты мертв. Фу, ёпт, как ты меня напугал. Долбанный скорпион. Они тут очень сильны. Так что поскорее бы добраться к Мохаве. Ну, у них, я думаю, тоже людей немного. Так что придется как-то самому выпутываться. Той ситуации. Ну, черт бы их подрал, посмотрим. Так, опять у меня половина здоровья. Опять все очень, очень плохо. Ну, жить можно, конечно, но тем не менее. Пока на меня не нападают легионеры, все нормально. И НКР. Я думаю, я вступлю за НКР, потому что легион это сплошной беспредел. Мне да и по душевной позиции тоже больше подходит. НКР. Так, вот памятник. Да, памятник объединения, который символизирует НКР. Караванщиков. Так, ты бродячий торговец, верно? Hey there. Need anything? Конечно. Что sure. У тебя есть? Давай для начала. Лицо. Ковбойская шляпа. Металлическая броня. Ну вот. Патроны к магну. Давай сюда. Потом патрон. Так, давайте по-другому посмотрим. Костюмы. Вот костюмы, давайте посмотрим. Так, так, ничего. И теперь. Ну давай заколку сюда. Что-то дорогая у тебя заколка. А, нет, это я просто еще патроны купил. И все, да? Теперь давай посмотрим, что я тебе продам. Гранатомет держи. Потом
Динамит с длинным запалом. Миниган, который вообще нафиг. Осколочные гранаты. Ну вот, охотничью винтовку я, пожалуй, себе оставлю. Великолепное оружие. Надо будет еще потом посмотреть, можно ли починить при помощи вот этих кожаных броней. По фауту тут, в принципе, продавать-то и нечего. Вот эти вот ягоды продам. Они мне не нужны. Пепельница, пачки сигарет, лотерейные билеты, вообще нафиг не нужно. Пушка. Так, блок сигарет, давайте-ка еще продадим. Бутылка из-под газировки, гильзы. Знаю, не знаю. Это военные деньги, кстати, держи. Батареи забирай. Не нужны. Да? Да-да, я у тебя что-то еще куплю, раз у меня такая штучка есть. Вот, вот так, да. Все. Поторговали. Приятно с тобой было иметь дело. Hello. Так. Ну, тут уже нормальные ребята заседают, я так скажу. Так. Ну, знаете, уже время на исходе. Поэтому, не знаю. Давайте еще посмотрим, можно ли починить эту кожанку. Да, великолепно. То есть... хорошее состояние, более-менее. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Hello. Всем пока.